Не все дети могут сходить на праздничные гуляния в город. А ведь светлый праздник провода зимы хотят встретить и особенные дети. Театральные и вокальные объединения Дворца творчества и стуки подготовили для ребят масленичные потехи и развлечения. Коллектив театру «Лейко» выступил с постановками «Живот, животок» и на рынке корову мужик продавал. Это чей тут живот, живот? Кто на высоком живет? Ансамбль русской песни «Татьянин день» выступил с песнями «Ой, сад во дворе» и «Блины». Также юные артисты прочитали инсценированные стихи о весне. Гости, будьте же здоровы, вот блины мои готовы. Ой, блины, 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 вы блиночек мой. Праздник закончился песнями, хороводами, встречей весны и традиционным чаепитием с блинами и баранками. Мы всегда рады в стенах нашего Центра «Время надежды» видеть у себя друзей, детей, которые делятся своим теплом, делятся радостью. Мы очень довольны праздником, мероприятием. Вы можете увидеть это на лицах наших детей. Коллективы Дворца творчества «Истоки» готовы и в дальнейшем устраивать для детей с ограниченными возможностями такие праздники. В обществе сиди, вот именно что в гости. Первый раз мы пришли. Побывав сегодня здесь в гостях, мы посмотрели зал, посмотрели гостеприимство, мы обязательно продолжим сотрудничество.